Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по телеграм-боту. Называется CashBot, где я абсолютно без вложений раз в 8 часов получаю монетку, собираю. BNB, монетка Binance. Увеличили сбор до 8 часов. Был раз в 4 часа. Теперь раз в 8 часов сбор происходит. И у меня второй вывод. Телеграм-бот платит. Все замечательно. Я сегодня уже собрала монетку. Дает он раз в 8 часов 5000 монет БНБ. Неплохо. Вот, если мне сегодня утром пришел вывод, пополнение подтверждено, значит, я получила сумму вот такую вот БНБ 344 875 БНБ монет. Этих сатош, или как они. Вот. Также это было 7 часов назад. Я перейду на биржу. Я выводила на биржу Binance. Напоминаю, где брать, кто будет выводить на биржу. Вот здесь вкладочка «Ввод». Кликайте «Ввод». Вот. И выбираем сеть. Нам нужно BEP20. И вот этот адрес я копировала. Даже не помню, ребятки, этот адрес. Сейчас посмотрим. Так. Я выводила, знаете, в четверг, по-моему, или в среду. Вот. У меня телеграм немного тупит. Не пролистала я. Хочу показать. Адрес узнать точно. Так. Нужно мне, когда я выводила, я подписалась на эти все группы. Ага, вот мой адрес. Вот он. 0x есть. 19, сейчас посмотрим. Ага, вот это, да. BEP20. 77.50. Ага. Все верно. Да. Вот. И что? Вот она здесь, моя монетка. Комплект уже. Все замечательно. Вот 483, ну тут как бы не указана вся сумма. Если на колокольчик навести, ну тут вот оповещение я не стала, вот да, даю. Так, где от БНБ 448 875 БНБ монет. И 348 875, все верно. Я продолжаю, естественно, работать. Захожу я. У меня получается как бы два раза в день собирать. Вот. Ну и собираю монетку. Кому интересно, заходим, работаем, зарабатываем. Все замечательно. Вывод происходит в основном по понедельникам. Так что заранее нужно оставить на вывод. И минимальная сумма на вывод. Сейчас я вам покажу. Вот такая сумма минимальная на вывод. 0.20310 БНБ. Вот, слава богу, платят. Все замечательно. Я продолжаю работать.
принципе, это все, что я хотела вам показать, рассказать. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.